Просто жопа, я так понимаю, мы не успеваем. Да. Мы не успеваем. Да ладно, охренеть. Ключи от машины я приеду заберу. Макс, ну нету возможности. Нету возможности. Я машину вообще не у себя поставил и не у себя. Я ее на парковку на платную отогнал, чтобы ты не переживал. А мне до нее дойти надо. Нагнетать максимально на него, поняла, да? На Ютубе я отвечаю. Я тебе отвечаю. Я тебе цена скажи. Я тебе. Вот я сейчас съемку закончу, я тебе покажу даже чек. Да ну. Да это берет, куда подъедет, что ты вопрос задаешь! Давай. Это твоя тачка, посмотри салон. Я потом и дебил? Не, ну вот смотри, ты не узнаешь свою тачку? Хоть. Ну, номера повесить дали, а колеса мои поставить не дали, да? А-а-а. Ой, блин, вот это да! Блин, вот. Да, я на этом спалился, получается. Привет. Привет. Чё, рассказывай, что здесь за проблема так, возникла? Мы с тобой обсуждали, у нас есть проблема с поставкой пленки. Мы заказали два варианта. Один нам не нашли, который мы хотели, который мы обсуждали с тобой. Второй мы заказали. Пришел он с браком первый раз пленка, мы перезаказали, и транспортная компания нам пудрит голову, пленка идет уже с задержкой 5 дней. Задержка? Да, с задержкой. То есть... да, деловые линии, просто вообще беда, огромная проблема. Другому клиенту уже задержка 2 недели, и пленка до сих пор не пришла, я не знаю, с этой компанией работать очень невозможно. Просто смотри, ты говоришь, деловые линии задержали, а теперь как быть? То есть... Сейчас заново перезаказывать, если это еще, наверное, задержка. Заново перезаказывать времени у нас нет. Мы решили по-другому проблему. Мы отправили человека в Москву, он сейчас едет, забирает нужную нам пленку. А, тупо сам поехал, да, и, да. И когда она будет? Просто понимаешь, сейчас я сразу скажу, Макс приедет через 2-3 дня. И это просто жопа, я так понимаю, мы не успеваем. Да. Мы не успеваем. Но сейчас подправим ситуацию кардинально. Пленка будет уже у нас вечером. Мы задержимся и сделаем автомобиль в пробку. Как ты мне и говорил, я, наверное, запикаю сейчас, чтобы вы в конце как раз увидели, что это будет за пленка. Это и я правильно понял? Да. Вот. А клеить все-таки в какой, как ты будем, советуешь? На 100% будет смотреться, да. Выделяющий. Если не ошибаюсь, в 22-м году цвет официальный, похожий, есть. Должен у них быть, да. Да, вот, поэтому смотрим в будущее. Так, а я вот еще хотел спросить, то есть с суппортами у нас все в порядке, соответственно, да? Все прекрасно, у нас была проблема, то что здесь поршня за колодками, там стоят уплотнительные резинки, которые одноразовые. Их нужно под было, колодками. Да, их нужно было вынимать, если делать порошковую покраску, от температуры просто бы пришел конец. На заказ в Германии ждать месяц, это слишком долго, мы не успеваем. Мы нашли другой метод, мы покрасили их специальной покраской, но без температурного нагрева. Понял. Все получилось отлично. То есть получается, сейчас проблем нету? Да, проблем просто как... с глазами нет. А, еще вопрос. Мне сказали, что гравировку надо делать, но ты... объяснил, что что-то вы нашли. Да, также. У нас есть специальная пленка, мы вырежем точно такую же надпись на плотере, наклеим, она будет держать температуру и не будет никаких проблем. Угу. То есть температуру она должна выдержать. Да. Понял. В общем, ребят, если сейчас все хорошо, то есть точно человек сегодня подъезжает с пленкой, да, и вы, получается, начинаете делать. Просто самая проблема срок, чтобы сделать сюрприз. Ну, я думаю, ты понял меня. Друзья, наверное, сейчас следующий кадр будет, когда автомобиль уже будет сделан. Вы его увидите, увидите реакцию Санька, реакцию Макса, как я ему показываю, скажем, демонстрирую. Напоминаю, что он не знает. Еще по поводу колес я хотел спросить у тебя. То есть, как я вам сказал, колеса пришлось перекрашивать. Максим занялся этим сам, то есть я их никуда не возил, я ему просто сюда скинул. Что с ними сейчас? Колеса полностью готовы, они выкрашены, они собраны. Сейчас здесь где-то, нет? Они ждут доставки, как только мы автомобиль оклеим, сразу они приезжают, и мы их устанавливаем. Они собраны уже, они все? Они лежали, и мы их не ободрали. Да. Они с резиной совсем уже, да? Да, полностью готовы. Все. Ну, вы сами все слышали, погнали дальше. With my homies, dressed in all black and we cozy. Can't say you love, you gotta show me. I ain't with my guys, then I'm dolly. Hey.
Ain't no vibe like this, they don't rock like this, and you know we don't miss. Swish. They don't catch my drift, tell them I ain't they biz, they'll catch my jizz. Bish. Ain't no vibe like this, don't rock like this, and you know we don't miss. Swish. They don't catch my drift, tell them I ain't they biz, they'll catch my jizz. Bish. I'm in a cut with my homies, I'm in a cut with my homies. Show no love to the police, show no love to the phonies. No love, no love. She wanna come to my homies, she wanna ride like a pony. Better pay up if you owe me, don't come around like you know me. Это уже заканчивается, но ты так и не был в отпуске. Всего лишь 3 месяца назад, если бы ты инвестировал в надежную финансовую компанию Avalon, то по моим расчетам тебе бы хватило не только на отпуск. Все очень просто. Начать можно и со 100 рублей, но вложив 100 тысяч рублей, твоя зарплата будет 35 тысяч рублей в месяц, при этом не работая ни дня. Я здесь уже зарегистрирован, что я вам советую. Я вам сейчас продемонстрирую, как я делаю депозит. Мы заходим в личный кабинет. Так, о, у меня уже 23 тысячи с лишним. Вклад я обычно делаю на 14 дней, потому что 28 дней, ну, для меня это долго. Так, ну, давайте сделаем 10 тысяч рублей вклад. Плюс здесь есть дополнительный бонус в конце депозита. Создать депозит. Все. А чем занимается этот Avalon? Эта компания вкладывает в перспективные стартапы и в крипту, покупая по низу рынка и продавая. 820 тысяч людей по всему миру доверяют и зарабатывают вместе с Avalon. И ты можешь стать одним из них, пока есть возможность. Проходи простую регистрацию в описании под роликом, и ты будешь получать пассивный доход и поможешь каналу. Друзья, буквально сейчас вы увидите цвет автомобиля, колеса автомобиля. Все, что я делал все эти дни, я думаю, в первом видосе вот сейчас подсказка вылетит. Если вы не смотрели, посмотрите. Я как раз сейчас подъезжаю в салон, как раз где обклеивали автомобиль Максу. Реально у меня нервы, потому что я не знаю, что как получилось, как выглядит цвет. Цвет на самом деле... Стоп, чё? Игорь? Здорово. Привет, а ты чё здесь? А, да я вот с Москвы вернулся, сейчас вот переехал обратно. Сейчас вот прохожу все. Справки, херавки. Здоровье подлечить. В Москве это дорого. Ты далеко? До остановки добросишь? Слушай, короче, такая тема, я видос снимаю. Садись, я объясню. Короче, смотри, ты когда приехал-то? Ну, блин, дня 2-3 назад. Ну, в ночь 3 дня назад. Понял. А ты в курсе, что Макс сейчас уехал в Москву? Ну да, я с ним переписывался, мы как раз он должен приехать, и мы хотели встретиться с ним. Смотри, мы думали в Москве вообще встретиться, но видишь, я уехал, он приехал, и как бы это, разминулись. Ребят, если те, кто не знает, Игорек, его очень-очень близкий-близкий друг, у него, кстати, есть канал свой, я оставлю ссылочку в описании. Короче, я тебе сейчас вкратце объясняю. Макс уехал, я ему решил сюрприз сделать с тачкой. Я очень боюсь подосрать. Как ты думаешь, что я сделал? Короче, ты ее разбил? Сюрприз. Нет, я ее не разбил. Короче, я ее загнал на переклейку, я купил диски 22-е, покрасил диски, покрасил суппорта. То есть я полностью внешне ее изменил. Там же денег просто на уйму. Ну, да, благодаря Максу мне вот получилось скопить. Да. Я же Ютубом начал заниматься. Вот. Ну да, и я все эти деньги решил ему на сюрприз типа скинуть. Нехилый такой сюрприз, ну, получится. Да. Ну, как сюрприз? Я надеюсь, ему понравится. Чтобы ты понимал, цвета Каена купе такого нету, наверное, в России, я думаю, вообще. Да ладно, в Москве, знаешь, какие ездят. Ну, посмотрим. Тут вот буквально минут 10 нам доехать. То есть у тебя время есть? Ну да, мне что, я сразу сейчас ничего не делаю. А, ты выходной сегодня? Да я считал, на работу не устроился. Я говорю, только переехал, сейчас собеседование. Вот мне сказали о свидетельности проходить, там как-то все. Сейчас же везде требуют эту справку о том, что ты не болеешь. Ну, я понял. Короче, друзья, сейчас уже реакция не только моя будет, потому что автомобиль я не видел, мне фотографии даже не скидывали, как она выглядит. Поэтому посмотрим, и как раз Игорь тоже оценит, что получилось у меня, грубо говоря. Так, что? Так, вот мы подъезжаем. Блин, она не на улице, походу, потому что я ее не вижу, она... Ну, на улице-то она испачкается, все, логично. Я убираю камеру, сейчас вы увидите, я ее... Я вижу силуэт автомобиля. Я тоже вижу. Да. Видишь? Вижу. Только не говори, пока какой цвет, если ты увидел, или ты не увидел цвет. Я не особо понял. Там мог тонировать. Да, там тонировать. Вижу.
Так, все, мы погнали. Да ладно. Охренеть. Сейчас в черно-белом цвете. И попробуйте угадать, вот прям на паузу нажмите и напишите комментарий, какой это цвет. Я ребятам показываю, чтобы они угадали цвет. Сейчас здесь все черно-белое. Смотри, просто. Вообще шикарно. Да. Шикарно. Че? Угадали? Нет? Я обязательно посмотрю ваши комментарии, а теперь смотрите в цвете. Че, Игорь, как? Смотри, она просто бомбовая, блядь, я не знаю. Цвет прикольный, да? Я вообще впервые вижу такой цвет. А ты говорил, в Москве все есть же. Там есть, но они ездят в ярких, пестрых раскрасках. Вот именно вот такой вот глубокий, насыщенный цвет, но там ни одного не было. А вот диск, смотри. Диски, а... Ребят, зацените, какой здесь узкий профиль. 35-й, да? Да. Ну, наверное, да. 30-й профиль вообще. 30-й. Просто... Игорь, просто фишка, знаешь, в чем? Цвет дисков я вот такой заказывал. Они пришли вообще бронзового цвета. Мне пришлось перекрашивать. Макс, а ты далеко? Привет, а я что-то зашел и сразу, да. И планировал, по факту. Отлично, рад, что понравилось. Блин, очень круто, очень круто. В целом проблем никаких не возникло, ничего? Нет, все отлично, вроде в сроки уложились, как бы никаких проблем. Да, кстати, спасибо большое, что в сроки уложились. Просто чтобы ты понимал, Игорь, ребята делали в ночь, чтобы успеть, потому что завтра Макс приезжает. Да, кстати. Не, ну пацаны вообще красавчики, сделали очень красиво. И самое главное, смотри, нигде ничего не торчит. Да, все да, аккуратненько, да. Все вот ровненько, да? А смотри, вот главная проблема Каенов, у них диффузоры, они не окрашенные, да? Они реально не окрашены в основном, да? Да, окрашивали вот этот вот элемент. То есть вот этот элемент, он просто ни на одном Каене не выделяется, ну, совсем. Он просто сливается с общей серой массой. Но здесь это вообще прям все четко. Короче, вот твое мнение, ты одобряешь? Слушай, тачка бомба вообще просто. Я вообще изначально розовый хотел, но меня отговорили и Максим, и в комментариях писали, что не надо розовый, но я подумал, да, наверное, все-таки не надо. Насчет розового, у него когда Макан был, я ему присылал фотки розового Макана в Москве и говорил, делай так же, будет топ. Да? А в общем, я не поддержал. Друзья, Макс завтра приезжает, вы сейчас увидели, сейчас вы увидите еще нарезку более подробную, я покажу. Макс завтра приедет, и вы все увидите. Так, сейчас. Через секунду будет завтра. Буквально через 24 часа я поеду вручать Максу. Для вас это будет буквально одной секунды, потому что это будет все в видео. Поэтому давайте, погнали. Dressed in all black and we cozy. Can't say you love, you gotta show me. I ain't with my guys, then I'm dolly. Ay, ain't no vibe like this, they don't rock like this. And you know we don't miss a swish. They don't catch my drift, tell them I ain't they biz. They'll catch my gist, bitch. Ain't no vibe like this, they don't rock like this. And you know we don't miss a swish. They don't catch my drift, tell them I ain't they biz. They'll catch my gist, bitch. I'm in a cut with my homies, I'm in a cut with my homies. Show no love to the police, show no love to the phonies. No love, no love. She wanna come to my homie, she wanna ride like a pony. Better pay up if you owe me, don't come around like you know me. Yeah, yeah. Man's them moving too shaky, acting sus for no reason. Still do the dash like Stacy with a city girl, it's that season. She wanna ride this old wheel drink, bro. He call me Ock, keeping it safe, we got it on lock. This is a whole mood like O2. I told Missy to work. And she got that soul food, I'm so full, she get busy for certain. Всем привет! Как я и говорил, сегодня я вручаю машину Максу. Перед этим я хотел его помариновать, чтобы он запереживал встретиться с Саньком, с YouTube хайпом. Но тут проблема, Макс приехал вчера в ночь, соответственно, даже физически я не мог машину вернуть. Машина готова, все хорошо. Он мне названивает с вечера. Но тогда вечером он понял, что типа, ну да, окей, я не могу пригнать, потому что реально поздно было. Он мне наяривает на телефон с самого утра. Я поэтому сейчас поставил самолет. Подозревает, переживает, походу, что что-то не так. Потому что говорит, давай потом, давай попозже. Потому что, ну блин, мне как минимум надо еще забрать машину. То есть мне надо снять с Саньком реакцию Санька посмотреть и так далее. А ему именно вот прям горит. Прямо сейчас он у меня даже спрашивал, типа, честно скажи, там, что случилось, что произошло. То есть он максимально вообще не подозревает, что случилось. Но я просто не понимаю, он обычно встает поздно, сейчас утро, вы видите, я только проснулся, разбудил как раз Вику, чтобы она меня сняла.
Ну вот, я максимально надеюсь, что он не приедет. Да блин, ты что не выключился? Макс, о чем тебе... Алло, ты что ей-то звонишь еще? Я уже на самолет поставил телефон свой. Я же тебе сказал... Ты охерел, что ли? Слушай, ты можешь мне сейчас отдать машину? Вот я просто вот прямо сейчас на такси подкачу и заберу ее. Все, это займет 2 минуты. Макс, ну блин, ну реально сейчас не так. Сейчас утро, у меня сейчас дела. Ну потерпи, пожалуйста, ну вот часа полтора-два хотя бы, а? Какие дела? Ну не могу. Всех своим делам. Оставь просто Вике ключи от машины, я приеду, заберу. Макс, ну нету возможности. Нету возможности. Я машину вообще не у себя поставил и не у тебя. Я ее на парковку на платную отогнал, чтобы ты не переживал. А мне до нее дойти надо. Поэтому давай, знаешь, как сделаем. Не переживай за тачку. Час, полтора, два, ну край 3 часа. Ну к вечеру 100% тебе верну. Охеренно вообще, то есть я уже сутки по приезду без машины, хотя ее забрать это 2 минуты. Какие сутки? Ты в ночь вчера приехал почти, уже поздно было. Ну и что, и вот ты сейчас мне снова к ночи хочешь отдать, опять будут какие-то отмазки. Ладно. Чё, а чё ты переживаешь, я не понял? А чё ты ржёшь, ты чё смешного-то? Да не, не. Ну потому что я понимаю, что чё-то какой-то косяк с ней. Да ну, косяк не косяк, там, да. Вообще, какого хрена она стоит там на какой-то платной парковке? Почему она стоит не у меня на паркинге? Блин, слушай, Макс, ну там долго объяснять, там небольшая эта заминочка произошла. Ну, короче, не, страшного ничего особого. Ну как страшного нет? Ну, блин, я не знаю тебе, короче, как объяснить лучше при встрече, я поэтому... Ну как есть, объясни, ну чё за херня? Макс, ну я... Слушай, это, такие вещи по телефону не обсуждаются, ну серьезно. Ты шатал ее. Ну ты же помнишь, диск. Ну, диск я помню. Ну там, короче, произошел еще один казус, про который я тебе реально побоялся сказать. Ты охерел, я тебе говорил не брать ее, ты, получается, еще ее брал. Нахера? Что с тачкой, Кирилл? Давай по-нормальному. Макс, ну серьезно, давай при встрече лучше, потому что ну по телефону такие вещи не обсуждаются. Он психанул. Короче, мне надо сейчас максимально валить, потому что, зная его, он, скорее всего, сейчас вот бросил вот так вот трубку, но вы слышали, и он сейчас помчится на такси сюда. Все. Короче, я погнал собираться, я вот такой взгерошенный поеду. Все. Ребята, смотрите его реакцию. Сейчас она будет, я думаю, бомбовая. Викуль, слушай, возможно, если Макс реально приедет, и он, скорее всего, поднимется, откроешь ему, если он что-то будет спрашивать, ты максимально нагнетай на него, поняла? То, что по поводу разговора, якобы ты не знаешь, с кем я говорил. Что... ты был на кухне. Ну да, да, что я был на кухне, с кем-то разговаривал, потом после звонка ничего не объяснил, куда-то убежал весь на панике. Допустим, что я... Блин, я не знаю, что в последнее время какой-то загруженный, весь в себе и так далее. Он там, может, что про машину спросит, скажет, блин, я не могу ничего сказать, но что-то он именно звонил на СТО постоянно разное, что-то узнавал, что я даже не, ну, типа, гуглил, да. Именно придумай что-нибудь от себя, чтобы нагнетать максимально на него, поняла, да? Все, ладно, я погнал. Все пошло не по плану, я планировал еще задействовать Санька и Ютуба как раз. Из-за того, что Макс паникует, он, возможно, поехал ко мне, я не знаю, он просто сбросил трубку, больше он не перезванивал. Он максимально злой, я хочу сейчас встретиться с Ютубом, покажу его реакцию на автомобиль и подговорю его, чтобы он Макса максимально также дезморалил до самого последнего, чтобы он был, ну, в максимальном напряжении. Он сказал на парковке, сейчас глянем. Так, я включу камеру. Да, вижу его. Он вообще охреневает, походу. Че, нет? Топово выглядит, скажи. Да. Ебать, ты что, диски новые? Да. Два старые, сделанные вообще под заказ. Сколько это стоит? Я не буду говорить сейчас это на камеру. Короче, я купил диски, резину купил и обклеил, пока он в Москве. Он вчера в ночь вернул. Да! Да я тебе отвечаю. Смотри, ну как выглядит? Нормальный? Да.
Я не знаю. Ты гонишь, если не мог ты обклеить. Я обклеил, я отвечаю. Нет. А вот я на Ютубе, я отвечаю. Я тебе отвечаю. Я тебе слово пацана скажи. Я тебе, вот, я сейчас съемку закончу, я тебе покажу даже чек. Да, ну, слово пацана отвечаю. Я тебе говорю, это я... Все, я заказал, пока он в Москве был, вот, он приехал ночью вчера, ближе к вечеру. Не, я тоже так думал, и он сейчас паникует, короче, Санек, смотри, в чем херня. Он паникует, ему надо срочно тачку вернуть, он думает, я что-то с ней, ну, или в ДТП попал, или еще что. В смысле, он думает, ты ему сказал? Нет, я ему диск вшатал, это ладно. Он что-то подозревает, я-то ему не говорю, что я обклеил еще, слышишь, ну, Санек? Ну, я понял, ты... Ты можешь как-то там, я не знаю, с ним встретиться, либо он позвонит, либо ты позвонишь. Это не правда давно? Нет, нет, не, серьезно, слушай, время очень мало, я даже не переоделся, я вот как из дома выскочил, проснулся и все. Фигня в чем? Нужно его максимально, короче, дезморалить и растягивать. Я не знаю, придумай что-нибудь. Погоди, ты хочешь, чтобы я ему сказал, что ты тачку? Не напрямую, нет, не напрямую. Ты скажешь, блин, я не знаю, что-то там Кирилл мутится с этим Porsche, что-то, мне кажется, случилось, он мне сам не говорит, он очень странный, типа... Ты хочешь разыграть, короче. Да, да, то есть он будет думать, что реально что-то хреновое случилось с Porsche, а потом херакс, и я типа приезжаю вот так вот. Понял логику? Прям сейчас? Прям сейчас, он сейчас на панике, он мне с утра самого звонит. Ты знаешь же, он... Ну, да, я не брал трубку, он даже Вике позвонил, прикинь. Короче... твоя задача его максимально мариновать по этому поводу, что типа ты не знаешь, но что-то да, что-то произошло, что-то там Кирилл весь на дезморале, потому что я и Вику подговорил, если он приедет. Очень дорого, чувак, знаешь? Ты вообще не представляешь. А ты, типа, у тебя есть? Я же хотел машину обновить. Я машину, да, я тебе все покажу. Я машину хотел обновить же себе, ты знаешь. Ну. Я же тебе много раз говорил, я присматривал, и вот, я решил не обновлять и... Сделать ему, вот, типа, сюрприз. Вот, чё, погнали, я тебя до дома докину, четырку возьмешь. А он тебе не звонил еще? Пока еще нет. А может, звонил, сейчас будет. Ну все, погнали, потом, короче. Нет, цвет, кстати, топ, он похож на... Блин, он сразу стал более на спортивную машину похож, потому что белый ему вообще, да, не шел? Понимаешь, фишка в чем? Был еще варик красный и розовый, я думал, как пранк, но это уже фишка. Я реально говорю... Розовый, отдавать сколько там денег за поклейку, там, за... Ну, сами же... знаем, за пару нулей. Но это жестко. У меня еще в голове мысль была херово обклеить изначально. А, чтобы потом переклеить? Да, постегнуть. А ты, кстати, что, в натуре можно было бы так? Ну вот, чтобы он его не бомбил. Но... А нормально обклеили, да, кстати? Да, трассу. Вообще топово. А себе. Он дома, не знаешь? Я не знаю. Он сбросил трубку, когда я выезжал. Ну, я ему попытаюсь, знаешь, вот не прямо, но я ему, типа, прямо вот пытаюсь намекнуть, что, типа, возможно, что-то с тачкой, да, случилось? Да. Типа, плохое, да. Возможно, я имею в виду. Да, да. Просто прикол в том, что он без машины, и он не мобильный. Либо он на такси, где-то вы там, возможно, пересечет. Короче, твоя задача с ним как-то встретиться и еще поддавить на эту тему. Понял? Понял, да. Санек звонит. Алло. Алло. Подожди, Майк, да тихо, стой. Да тихо, Кирилл. Кирилл, ты где находишься? Там мы не можем найти, где вот эта тачка стоит. Ну, не твоя. В смысле? А вы где сейчас? Сука, лучше кричать. Мы с спутником заехали. Спутник? Да. Ну, давайте вы куда-нибудь подъедьте и скажите место, я сам подъеду тогда. Я в спутнике не... А на ходу что-то получается? Ну, вот. Что? Она на ходу хотя бы? Блин, Санек, я же сказал, я не по телефону это буду говорить, все. Такие вещи по телефону не обсуждаются. А куда? Я пускаю. А, хорошо. Ты наберем, блядь, куда подъедешь, что ты с вопросом задаешь? Что-то уже страшно. Вы слышали? Мне реально сейчас стрёмно уже. У него прям как будто истерика. Я надеюсь... У меня... Короче, ребята, извините, такие долгие паузы. У меня... Я его, наверное, никогда таким не видел. Он реально очень-очень-очень злой. Это просто, ну, типа, жесть. Он, мне кажется, он меня сейчас убьет. Снова звонит мне. Да. Алло.
Кирилл? Да. Короче, знаешь, как по Антоннику ехать? Ну? Подъезжай, короче, смотри, вот едешь к Антоннику, то будет ангар слева, и справа будет поворот такого песчаного карьера. Так, а вы через сколько там будете? Я уже там сейчас. А ты с Максом? Ну, конечно. Ты погромко говоришь с ним? Но он не слышит. А, это, что, все норм? Ну как норм, он сам понимаешь эмоции. Он что-то орал так, я даже боюсь подъезжать, я тебе отвечаю. Ну, ребят, вы сейчас все слышали. Блин, я не знаю, мне сложно описать свои эмоции именно сейчас, потому что если Макс злится, то, блин, он злится. Ну, вы сами все слышали, как он спутник, я думаю, вы знаете, небольшой, поэтому буквально через, я думаю, минуты 2-3 вы увидите его реакцию. Я подготовлю свой телефон, чтобы выйти и заснять это. Вон они стоят, разговаривают. Мы просто крадемся 6 км/ч. Блин. Хотел поближе подъехать, но так, что-то он с полуулыбки стоит вроде, нет? А, хотя не знаю. Сейчас посмотрим. Так, на паркинг ставим, глушим. Че, Макс? Калина в купе в городе нет. Турбо. С. Че? Привет. Макс. Че, как тебе новый видок? Ну типа да. Я реально обосрался, я думал, с тачкой все норм. Ну вроде, ну, вот вроде да. С моей тачкой нет. Это здесь твоя тачка, это не прикол, Макс. Сколько у нас кайнов турбо? Пожалуйста. Да дай ему ПТС посмотри. Скажи, как жить. Нормально, скажи, все норм с моей тачкой. А, скажи, сколько у нас кайнов купе турбо в городе, чтобы я сделал пранк? Это шильдики, может, просто. Это твоя тачка, посмотри салон. Я по-твоему дебил? Не, ну вот смотри, ты не узнаешь свою тачку? Он, хоть ну, а... Номера повесить дали, а колеса мои поставить не дали, да? А-а-а. Ой, вот это да! Блин, вот... Супортажёл, да, я на этом спалился, получается. Моя тачка спустя в порядке? Ну... Почти, да. Слушай, почти не, серьезно, я не подумал про диски, блин, диски, посмотри. Да, это штука, вы че, блядь? Это как диски норм. Блин. Диски норм, да, охуенно, но только не мои. Ну тебе надо было просто перекинуть. Я реально... Она реально пензенская? А ты как... Она же не пензенская. А ты как обратил внимание на диски? Я думал, ты типа не обратишь внимание, то что... А, для тебя же важно всегда диски, да? Короче... Я не долбоёб. Попробуй этот салон связи. Вот отличается. А даже прикольно, да? Даже трубки были светлые. Согласись, лучше выглядит с черным, да? Ну, а. Я планировал тоже в черном все делать. Смотри, типа, получается... Да не отдирай ничего! Не отдирай! Не... Да, не... Пизды дадут. Кто, ты мне дашь? Не я. Ладно. Это? Стой. А, вот, вспомнил. Она, типа, не пензенская же, да? Ну, как сказать? Не пензенская. Ну не пей. С Казани она. А ты попробуй, Макс, сядь в салон, посмотри. Слышь, Макс, она с Казани. Ну они все разные. Спалил, да? Макс, это твоя тачка. Я тебе серьезно говорю, это твоя тачка. Я тебе ее обклеил. Помнишь, я тебе говорил, что я тачку хочу себе купить? Макс. Тачку себе купить. Короче, вот те деньги, которые хотел добавить, я закинул в этот как. Вин номер, смотри, иди сюда. Вот вин номер. Да, блин, так что, хуел? А что, тебе не нравится? Ну, если мне не понравилось. Ну, переклеил бы. Ты что, про. Переклеить бы это дольше и муторнее. Но если мне не понравилось бы. Ну это же подарок, блин. Ну, если мне не понравилось. Ну тебе не понравилось, получается?
Серьезно? Ты на диски посмотри. Я заказал, под заказ с Москвы привезли, короче. Ну, типа, это мои. Да, все, это тебе. То есть, прям мои. Твои колеса сейчас еще на СТО, я их заберу сегодня. Короче, нам... Да, давай. Нам пришлось немножко отъехать, потому что тут КамАЗ помешал, но это не самое страшное, я думаю. У тебя новые колеса, только те старые, твои еще не у меня, я их не забрал, потому что... Почему? А тоже остались? Конечно! Ты что, думаешь, я их продавал, что ли? Теперь у тебя три комплекта колес. Ты старые хотел. А это какие? То старые. Ты посмотри, 30, 30-ка же здесь, правильно? Да, вроде. Да, да, да. 315, 30 ZR22. И это Мишлен, это типа лучшая городская резина с зацепом. Косяков нет. Черные ручки. Черные, смотри, выделили вот, это, вот эти штуки. Помнишь, они у тебя белые были? Ты еще бомбил, когда купили, что она выглядит скучно из-за того, что тут все было белым. Но он сам реально так говорил. Че? Подарок. Ты же все обклеиваешь что машину. Подарок, это стоило, блин, да это я обычно так говорю, ты прекрасно знаешь, сколько это стоило, Макс. Я знаю, ты смотрел уже, сколько и колеса примерно. Я не буду говорить, сколько это стоит. Ты просто... Ну да, плюс-минус. Дороже. Тебе еще ее покрыли, получается, керамикой. Тебе химчистку сидений сделали, я тебе поэтому сказал, что они светлее. Я тебе фотку потом покажу. Прикол, знаешь, в чем еще? Диски не того цвета пришли, пришлось их перекрашивать, суппорта красили, это тоже все дорого, потому что они полностью разбирались у тебя. Вот. Короче, здесь работа была проделана вообще большая. Зеркала, смотри, Макс, иди сюда, вот это отдельно все. То есть вот, у тебя же не так было, видишь, цвет различается, чтобы вот эту юбочку выделить. Вот это все покрашено. Название типа оставил не крашеным, в черном не делал специально, чтобы она выделялась, чтобы не сливалась. Вот, короче, диски, резина тоже с меня, я тоже резину купил, получается. Были проблемы, что-то... Но я когда YouTube начал, я начал уже откапливать на машину себе, на другую, вот. И все, что у меня, ну, типа, я скопил, получается, тютелька в тютельку. Я еще хотел тебе выхлоп сделать, ты сам говорил, тебе хотелось бы выхлоп, как, типа, на Мерседесе, чтобы помощнее, но у меня тупо, типа, и времени, и денег не хватило уже на это. Сколько колес держит? Я не буду говорить тебе. Сам можешь загуглить, по сути. Ну, знаешь, какой цели все сделал? Ради того, чтобы никому не достать из работы. Да, да. Конечно, конечно. Ну, короче, вышло просто дохренища. Я тебе намекну, больше 300 тысяч. Конечно, извините, проверял. Ну, да. То есть, смотри, она все нулевая. Здесь керамика, можешь не переживать. Ну, в целом, вообще не... Но... Мне кажется, все-таки больше упоры. Смотри, еще один момент. Если цвет надоест, ты всегда переклеишь. Ну, зацени просто колеса. Колеса же вообще топовые. Они лучше, чем на Мерсе, лучше, чем на Макане. У тебя же стандартные стоковые были, а здесь, получается, я вот... Не, он вообще не в курсе был, я ему вот сегодня только рассказал. А зато колесо, типа, прости, то, что я его чиркнул, блин, я тебе деньги верну за полировку. Не, ну ты сам их там перекрасишь, полировка перекрасишь. Ну ты что, офигел, что ли? Сам перекрасишь. Ну типа накосячил, справлять. Не, ну так-то да, так-то я согласен. Подарок. Вроде Максу понравилось, Макс доволен вроде. Вот, ай, тихо, спина болит. Короче, Макс доволен тачки, это самое главное, потому что, честно сказать, я обосрался, когда сейчас мне Санек звонил, ты там орал просто типа, тебе конец, ты что там, ну я не помню. А я обрадовал, что он сюда заехал. В плане? Безлюдно. Да? Я думал, что прям... ты меня изобьешь? Да. Нет. Он говорил, что он тебя вообще шатает, что... Реально? Нет, я говорил, что, ну типа, я думал, я прям орать буду, пиздец. А тебе вообще ничего не надо, да. Единственное, что, вот смотри, цвет, если приесться, то также переклеить, это ж, ну, не супер дорого, не супер долго, потому что... Ты сказал дорого.
Нет, ты не понял, это совсем вместе взятым. Вот эта штуковина уже не надо делать. То есть ты же будешь также черный плюс какой-то цвет. Тебе получается вот эту лодочку только... Оставишь? Ну, знаешь, я хотел для прикола что сделать? Ну, ты меня точно убил бы. Я розовый хотел, но меня отговорили в комментариях. Вот. Размещу вот эти вот комментарии, кто мне посоветовал зеленый. Я прямо сейчас прикрепляю, здесь они должны вылетать. Спасибо большое. Цвет оказался удачным, Максу понравился. Спасибо вот этим ребятам. Я вообще не рассматривал зеленый, ну типа был Мерседес зеленый. И вот как раз вот диски китайские? Нет, ты что, в смысле? Диски, короче, я тебе сейчас объясню. Это фирма делает вот для Давидыча, для всех вот блогеров, которые там вот Литвины и прочее. То есть эта компания, она делает... Это ковка, они прям, ну, дорого стоят. Прям дорого-дорого, можешь не переживать. Они ставятся не только на такие, они на ламбы заказывают, ну понял, ламборгини и так далее, там где крутящие еще больше. Ты мне однажды сказал, когда, по-моему, кольцо вы с Викой дарили, ну это, освещение, что ты говоришь, это прикольно, когда контраст эмоций, сначала негатив, а потом резко позитив. Я по твоему принципу и сделал, почему, ты же сам говорил. А что я повторяю? Смотри, а... Вот, кстати, Макс, еще один момент. Можешь объяснить мне, нахера ты меня с самого утра начал назвать? Я ни голову не помыл. Я из дома как убежал сейчас, и все. Ты меня наяривал, давай мне тачку, давай тачку. Ты охерешь ты? Потому что я думал, что она вшатана. Ты просто чуть сюрприз весь мне. Мне пришлось убежать из дома, чтобы ты ничего не спалил. И отправить меня на... Какой же там адрес-то был? Я даже забыл. Рябово 4D. Ну, ты знаешь, где это самый? Ты мне наугад его просто назвал. Наугад? Там, блядь, даже завода нет, там только забор, который написан «Осторожно, злая собака» и все. А, и эта собака ты, походу, был. Ты что, там зеркало? Спасибо большое. Да ладно, не за что. Ой. Ладно, надеюсь, тебе понравилось. Колеса осталось покрасить тебе. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, напишите комментарий. Понравилось бы ли вам такой цвет машины? До новых встреч, пока!